Девчонки, всем привет! Я очень рада, что вы мой канал снова посетили, потому что сегодня я буду рассказывать о такой насущной проблеме, которую часто-часто меня спрашивают, это о моем питании. Если честно, то над ним я очень долго работала, и сейчас я вам готова рассказать вот все мои маленькие секреты, с которыми я живу изо дня в день. Значит, что зависит от нашего питания? Давайте сначала вот это решим. Во-первых, это кожа, во-вторых, это волосы, естественно, и в-третьих, это ваше собственное самочувствие, да? То есть у меня были моменты, когда я ела все, что хочу, и потом себя чувствовала не очень хорошо. Это был, например, там вариант с лишним весом, который мне никогда на себе не нравился, несмотря на то, что я бегала кучу там тренировочных кругов и занималась спортом постоянно, всегда то плавала, то бегала, то еще что-то, у меня все равно возникало ощущение, что во мне лишний вес есть. Вот. Но потом я решила с этим бороться и перешла на так называемое правильное питание. Я думаю, что если вы наберете в инстаграме хэштег ПП, то вы, в принципе, поймете, что это такое правильное питание, если вы ни разу об этом не слышали. Но если вы, например, решили узнать, что именно для меня правильное питание, то есть как я свой рацион строю, то welcome, я вам расскажу. Итак, первое и важное, что происходит со мной, когда я встаю утром. Утром я встаю и обязательно выпиваю стакан воды, причем она у меня не теплая, не горячая, а немножко, даже скажу, больше прохладная, то есть не комнатная даже температура, чуть попрохладнее. И я знаю, что существует просто кучу дебатов по поводу того, какую воду стоит пить. Кто-то говорит, что теплую, кто-то говорит, что холодную, кто-то говорит, что комнатную температуру. Я почему-то для своего организма выбрала именно полупрохладную. Потому что так, во-первых, я просыпаюсь, несмотря даже на, если зима на улице, то у меня все равно ощущение бодрства появляется. А теплая меня больше, опять-таки, в сон уводит. И, во-вторых, я чувствую, как внутри все начинает тоже оживать. Плюс к этому ко всему, чаще всего я в воду добавляю одну ложку меда и бросаю дольку лимона. Даю там, размешиваю это все, буквально через 3 минуты уже вот так я выпиваю. Не сразу, то есть не залпом я весь стакан пью, а вот постепенно, в течение, наверное, минут 7-10 я выпиваю этот стакан воды. Если мне, например, необходимо, то я выпью, может быть, и больше. Если мне надоедает по утрам пить воду с лимоном, я поменяю ее просто на обыкновенную воду. То есть я чередую, не так, что прям каждый день. А потом, значит, я уже иду чищу зубы и делаю всевозможные процедуры, которые касаются для лица, крема, умывания, еще что-то. И все это где-то у меня занимает полчаса. Я накрашусь, я уложу волосы как-нибудь, я там посмотрю какой-то план мне на день. В общем, только через полчаса я сажусь завтракать. Поэтому запомните, первое, это что важное, это за полчаса обязательно до еды выпить 2 стакана. Выпить и сразу сесть завтракать так нехорошо, неправильно. Организм должен проснуться. Итак, из чего состоит чаще всего мой завтрак? Признаюсь, это не каши. Почему-то с кашами у меня не заладится. Мне кажется, каши я ем только тогда, когда я приболела, например, или когда у меня начинает уже сам просить организм, что дай мне кашу. Вот, тогда я ее варю. Я варю ее на молоке, на обезжиренном, все стабильно. У меня только овсяная каша идет, как и другие я не люблю. Добавляю ложку меда и ем с удовольствием. Иногда прямо у меня аж в голове бывает, что кашу. В основном мой завтрак составляет, например, хлебцы, которые идут у нас злаковые. Не эти кукурузные, не всевозможные такие, как бы, как печеньки, хлебцы, а вот именно злаковые. Есть вариант, например, доктора вот Корнер, который и... И еще один вариант хлебцов. Вот если у меня получилось, то я вам сейчас должна была вставить эту фотографию тех, которые мне нравятся. Вот. Хлебцы с чем ем? Первое, значит, что бывает чаще всего, это обезжиренный рассыпчатый творог, который я смешиваю с детским питанием, добавляю туда ложку где-то меда и чуть-чуть корицы. Вот такого рода массу, я иногда ее взбиваю, иногда не взбиваю, я просто мажу сверху на хлебец, и таким образом у меня получается бутерброд. Или если, например, мне надоедает сладкое, так как пюре детское сладкое, то я просто беру какой-нибудь сырок, чаще всего это бывает моцарелла.
Вот такого бывает рода у меня завтрак. Или я, например, варю себе два яйца, из одного желток съедаю, из другого не съедаю. Вот так вот, например. Каждый раз по-разному. Если я иду на тренировку, то лучше я поем побольше углеводов, то есть я поем побольше хлебцов. Если у меня сегодня тренировка не получается, то я могу поесть, например, и яйца. Могу даже сделать вариант, что я съем яйца плюс вот такой вот хлебец с сыром. Ну, как-то вот когда как. Ну, в общем-то, вот эти вот три пункта чаще всего в моем завтраке фигурируют, нежели каша. И еще очень редко, но как бы вот любительски для меня, это пожарить сырники. Вот, записывайте рецепт моих сырников. Значит, что я делаю? Я опять-таки беру свой обезжиренный творог. Я, значит, добавляю в него корицу. Я добавляю в него белок один от яйца. И могу взбить с бананом, могу без банана. Добавляю еще где-то ложку, может быть, две кукурузной муки. Вот именно кукурузный, не пшеничная кукурузная, или овсяный. Там овсянку могу просто перемолоть и добавить. В общем-то, масса получается очень даже такая жидковатая, как бы, то есть она склеенная. Поэтому я набираю ложкой большой на сковородку пару капель оливкового масла, естественно, кладу на самый маленький огонь. Вот положила несколько ложечек своих сырников и закрыла крышкой. Потом перевернула, как только они подрумялись, и закрыла крышкой. Получается, что они у меня как будто бы там в тепле не жарятся, а как будто бы выпекаются. И получается, сырники очень даже вкусные, абсолютно не калорийные, супер питательные. К ним я, например, беру либо мед добавляю в качестве соуса, или же опять-таки детское пюре. У меня любимые пюре — это агуша с бананом, печенькой или яблоко и груша. То есть не тот, который идет со сливками или какие-то там разные другие. Вот такого рода мой любимый. Очень вкусно. Очень. И я настолько так люблю, честно говоря, творог, что я из него делаю все, что угодно. Там какие-то разные запеканки с яблоками, с творог, творог с бананами. Вот. Вот по отдельности я вот там, например, банан не ем, там яблоко очень редко. А вот вместе с творогом я могу что-то себе придумать. Итак, значит, следующее. После того, как я поела, кстати, по поводу, что я пью по утрам, я пью всегда кофе с молоком. Это вот... Так вот у меня устроено. Кофе с молоком и все. Вот для меня это нужно. Кофе я пью зачастую всего лишь один раз в день. Иногда бывает, что второй раз, но это как-то вот по велению, по хотению. Чаще всего один раз в день. Дальше, значит, да, в течение дня, соответственно, я очень много пью воды. 2 литра как минимум. Я даже когда выезжаю на клиентов или езжу по делам, у меня всегда с собой бывает бутылка воды. Я разговариваю дома с клиентами, я, не знаю, смотрю фильмы, мультики, что еще угодно. Я всегда пью воды. Вода у меня бывает либо просто чистая, либо опять-таки с лимоном и медом. Там я просто пью. Кстати, когда я пью воду с лимоном и медом, таким образом я себя отказываю от сахара, потому что потребление шоколада у меня достаточно немаленькое, и чаще всего я его потребляю именно в завтрак. То есть на завтрак я могу прям съесть там целую киндер там шоколадку какую-нибудь или парочку там каких-нибудь долек другого шоколада, а то и побольше, чем парочку долек. Я в шоколаде себе по утрам не отказываю, да и по вечерам да не отказываю. И вот когда наступает момент, когда я точно знаю, что все, хватит со сладким, я просто начинаю пить воду с лимоном и с медом, потому что именно вот это ощущение сладости, оно перебивает у меня ощущение хотения шоколада поесть. Что делает шоколад? Шоколад, сахар, он делает такой скачок инсулина, и поэтому нам все время его хочется ощутить еще раз и еще раз. Я, в принципе, это понимаю, что я уже как таковой шоколадом наелась, но мне хочется еще, потому что вот так у меня сработал организм. А мед, он не делает такой скачок инсулина, и поэтому просто ощущение сласти мне начинает надоедать, и таким образом я отказываюсь полностью от сладкого, вот когда добавляю в воду мед в течение дня. Попробуйте, может быть, и вам тоже поможет. Мне помогает точно. По-другому я не смогу отказаться. Я буду есть эти шоколадки, и мне будет, в принципе, все равно. Вот, только будет попа толстеть. Так, значит, дальше. Что я ем на обед? Обед всегда у меня состоит из углеводов плюс белки. Вариант с кислотно-щелочным балансом в желудке, если вы слышали о том, что надо есть углеводы отдельно с овощами, а белки отдельно с овощами, я уже пробовала. Если честно, разницы вообще никакой, вот именно по ощущению организма. Я делаю так. Из углеводов у меня самый любимый — это рис.
Если у кого-то есть там какая-то непереносимость индивидуальной риса, то пожалуйста. Рис я покупаю смешанный, бурый плюс черный плюс обыкновенный. Я его варю просто, добавляю к нему чуть-чуть оливкового масла во время варки. Не солю я вообще ничего, никогда я не люблю соленый абсолютно. И вот так вот я ем рис. То есть рис, какую-то горку и, например, какой-то белок. Это либо бывает у меня, например, котлетки куриные или котлетки из судака, я очень люблю судака, или треска. Ну, что я делаю, например, с вот белком, да, у меня есть два любимых средства, это пароварка. Я считаю, что любой продукт приготовить в пароварке можно, и он будет очень вкусным. Добавляйте, пожалуйста, например, какой-то базилик, можно сушеный укроп, можно петрушку, во все что угодно. Или, например, я ставлю на режим выпечка в мультиварке или выпекаю что-то себе. Вот, чаще, очень редко варю, то есть такое, что я там сварила себе кусок курицы, это прям вот лучше я суп себе сделаю. Но вот вареный кусок мне не нравится, я считаю, что... Ну, все его компоненты, все вот будут вымываться полезные. Так что вот пароварка или мультиварка или духовка. Иногда обжариваю. Я редко, конечно, жарю, так как сама по себе не любитель жареного. Но на сковородке с буквально несколько капель оливкового масла я могу обжарить там свою, например, индейку, рыбку, например, ну, в общем, вот так, добавлением каких-нибудь опять специй, опять-таки, из тех, которые я уже упомянула. И совсем недавно я для себя открыла, это моя любовь стала, это гриль. Я купила контактную гриль, на которой я, в принципе, могу готовить сразу мясо плюс овощи. Так я и делаю. Чаще всего кладу рыбу, птицу, что хотите, рядом кладу, опять-таки, овощи, это, может быть, баклажаны, кабачки, там, что там, помидоры или другие варианты. Просто накрываю это контактной грилью, и получается, что у меня... Они обжариваются без добавления масла, можно с добавлением специй, и получается очень вкусный, очень сочный. Даже те же самые грудки индейки или грудки курицы получаются очень сочные. Если вы хотите, то, пожалуйста, попробуйте. У меня фирма контактный гриль Smile. Вот, я заказала ее на Озон, мне с доставкой она в прошлом году еще пришла порядка там 3-3200 что ли тысяч рублей. Очень мне нравится, абсолютно легкая в эксплуатации. Если я готовлю мужчине, то я добавляю на нее масло, и она прям зажаривает, там можно выставлять температуру. Так что, как это может быть? Здесь у меня что-то жарится, на гриле что-то делается по-другому. В общем-то, одновременно вы сможете сделать 1000 вещей. Единственный минус у гриля, она, конечно, жрет много электричества. Если к этому кто-то не готов, то, значит, оставьте гриль на потом. Вот. Или попросите к 14 февраля. Ну, или на 8 марта. Ну, в общем, как хотите. Так вот, значит, мой обед всегда состоит из углеводов и белков. И в обед я не пью ни чай, ни кофе, вообще ничего не пью. Скорее всего, спустя 20 минут я просто опять начинаю ходить, пить воду, 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 воду. И таким образом я где-то опять начинаю хотеть есть. Там, например, что дальше буду я есть? Я могу поесть опять-таки то же самое, только убрать уже углеводы, там какие-то поесть, белки, которые у меня уже готовы, плюс овощи свежие или уже тушеные. А могу приготовить что-то новое, там, сварить, например, кальмара, вот. Так что, или креветок. И из чего состоит мой ужин? Обязательно там будет много овощей. Я любительница овощей на гриле. Перчики, баклажанчики, вот там сейчас кабачки идут, цукини. Или их вместе я все просто тушу, получаю такой рататуй, например. Или же я их как-нибудь вкусно обжариваю в плане на гриле. То есть туда я могу добавить даже чуть-чуть масла, потому что овощам хочется добавить слегка масла для того, чтобы они какие-то получились, ну, по вкусу более интересные, если надоедает уже совсем. Вот. Что еще я могу есть иногда в обед и на ужин? В обед я могу также себе отварить, например, макароны. Вот. Это бывает редко, но метко. Какие-то макароны хорошие покупаю в таких синеньких упаковочках. Это
это макароны грубого помола, из муки грубого помола. Они абсолютно безвредны, много, конечно, их не съешь, но зато очень вкусно. Могу даже сверху натереть сыр, сделать макароны с овощами. Обожаю грибы. Вот. Но грибы как таковые отдельно никогда не ем, опять-таки смешиваю их с овощами. То есть я их как-то тушу или вот делаю рататуй, или на гриле вместе с другими овощами и совместно их ем. Вот. Макароны никогда не смогу поесть я с мясом. Вот, если честно, ни с курицей, ни с рыбой, ни с чем не пойдут. Макароны я буду есть только с овощами, потому что для меня будет очень тяжело. Для моего организма. А вот уже, например, там какую-нибудь птицу или рыбу с грибами я могу есть, хотя грибы тоже тяжелые. Так, что еще, значит, я могу поесть? Это кальмаров. Я очень люблю готовить кальмаров. Это мои самые любимые из морепродуктов. Ни креветки, ни мидии меня так не привлекают с осьминогами, как кальмары. Кальмаров я фарширую овощами и выпекаю, например, там в духовке 10 минут. Или можно поставить в микроволновку на 15 минут. Так, что касается кальмаров, то, значит, запомните одну важную вещь. Когда вы дома будете готовить кальмаров, вообще, вы когда их идете выбирать, выберите такие страшные розовенькие кальмары. Объясню почему. Те, которые беленькие, они уже вареные, и они будут очень-очень невкусные. А те, которые розовые, они еще не вареные. Да, конечно, с ними придется немножко подольше повозиться, но вы как раз-таки сможете получить те самые вкусные, крутые кальмары, которые вы часто едите где-то в ресторанах. Их нужно варить ровно в кипящей воде, ровно 2, где-то с половиной минуты. Можно 2,80, но до 3 минут и не меньше 2 минут. Тогда они получаются идеальные. Вы их вытаскиваете, фаршируете чем хотите. Я делаю иногда рисом с грибами, я иногда делаю просто кучу овощей, запекаю потом в духовке под фольгой, ну, порядка минут, например, 10-15. Естественно, начинка уже вся у меня готовая. И получится прям супер вкусно, супер питательно и очень полезно. Если вы все это еще не будете солить, перчить или там обжаривать слишком сильно вот эту вот внутренность, чем вы будете начинять кальмар, то тогда это еще и будет и абсолютно диетически. Часто очень ем вот такое, например. Одного кальмара вполне хватает для того, чтобы наесться. Опять-таки, значит, после ужина я не пью чай, не пью там кофе. Я в основном просто спустя какой-то там 30 минут беру воды с лимоном или без лимона, или с медом с лимоном, и просто хожу и пью воды целый день, оставшийся вечер. Сразу говорю, что основную часть всей воды я выпиваю в утреннее время, где-то вот, например, с момента, как я встала, до часов 4, вот так вот, может быть, 5-6, а потом уже вечером потихонечку, просто потому что я хочу пить, так как организм привык потреблять много воды. И если уж мне в конце концов захочется в самом конце очень дня моего перед сном сильно поесть, признаюсь, я съедаю яблоко. Вот, возможно, сейчас это будет перечить всем правилам, но яблоки им не красные, не желтые, такие кисло-сладкие, зеленые, или они бывают иногда слегка розоватые. Вот, я съедаю яблоко, и, в принципе, я уже наелась. Вот, но если у кого-то есть проблемы с яблоками, у кого-то там от них может болеть желудок или что-то еще, то вы можете заменить это на, там, например, кефир или на творог обезжиренный, или, например, на йогурт обезжиренный. Я просто на ночь молочку стараюсь не есть, потому что молочные продукты очень сильно задерживают воду. Поэтому мне проще съесть яблоко, и я могу, например, попить чай. Вот, и если, там, например, вам яблоко свежее так сильно бьет по желудку, вы можете его запечь в микроволновке. Вы берете яблочко, вырезаете у него серединку, кладете туда ложечку меда, насыпаете корицу, закрываете этой серединкой и кладете в микроволновку на 6 минут. Оно у вас запекается, получается такой супер классный десерт. Пожалуйста, ешьте вместе с чаем. Наедитесь вот так, потому что очень вкусное яблоко получается и, если честно, очень питательное. Поэтому иногда я делаю вот таким образом, если очень сильно хочется, например, там сладкого, вот, и иногда просто пью чай с яблоком и медом. Ну, в общем, по-всякому. Это из вариантов тогда, когда я очень-очень сильно себя пытаюсь поджать, похудеть. Плюс к этому ко всему спорт. Я не могу сказать, сколько раз я хожу в неделю на спорт, 3-5, а то бывает и 7. У меня освобождается время по утрам, я иду на спорт. Встаю, завтракаю, через час я уже на спорте. Спорт у меня занимает обычно где-то часа полтора,
от часу до полтора, иногда это идет час просто кардио, иногда идет 40 минут кардио, и получается, ну, где-то минут 30 на уже силовую тренировку. Силовая или иногда растяжка. Я это уже варьирую, то есть смотрю, если сегодня у меня мышцы выдержат силовую, я сделаю силовую, нет, я делаю просто растяжку. А если я вообще устала, то я стою на дорожку и занимаюсь просто полностью кардио. Я, конечно, никакие не прослушиваю там музычки, я просто могу включить для себя полезные видеоролики, например, или что-то из варианта, то, что мне нужно, просто читать, и тем не менее хожу я обычно в горку на средней скорости, меняю положение горки, положение скорости, горки, скорости. И, естественно, я в этот момент пью очень много воды. У меня всегда с собой стоит большая бутылка воды. За тренировку, где-то вот на мою час-полтора, я выпиваю литровую бутылку воды стабильно. Так что, если я тренируюсь, то воды я сжигаю очень много. Потому что все наши бока, все наши животики, все наши ножки, все наши вот эти вот лишние килограммчики, это в основном вода. Для того, чтобы ее сбросить, нужно заниматься кардионагрузкой. То есть она будет вас сушить. Плюс организм говорит вам вот что. Если вы будете мало пить воды, он будет думать, что вы голодаете. Именно голодаете водой, да? Поэтому он будет ее запасать. Так что вы чем больше пьете воды, тем быстрее она из вас выходит. Поэтому тренируюсь, я пью много воды, она из меня быстрее выходит. И, соответственно, я быстрее худею. Опять-таки, воду у нас задерживают молочные продукты 100%. Воду задерживает сахар и соль. Соль очень сильно. Поэтому сахар старайтесь есть по утрам, если уж хотите. Там какие-то конфеты, шоколадки, ради бога. Соль старайтесь есть, ну, также хотя бы там до какого-то периода времени. По всем правилам, естественно, советуют есть фрукты до 4, то есть до 16:00, углеводы до 14:00, вот, а потом уже должны идти овощи и белки в основном. Тут уже, если вы прям совсем себя сильно хотите в рамки загнать, вы можете этим же советами, как бы придерживаться этим советом. Если вы просто хотите подскинуть парочку килограмм, вам не обязательно в такую жесткую диету прям себя сажать, что ограничивать во всем и до каких-то пор есть, например, углеводы и белки. Я могу углеводы до 16:00 поесть, и до 15:00, и до 18:00, например. Но точно, что я не буду ужинать рисом, это 100%. Для себя уже так решилось. Во-первых, организму будет проще, во-вторых, мне меньше скидывать на следующий день. И плюс алкоголь, конечно, я там не могу сказать, что во время таких суровых тренировок я перестаю пить алкоголь. Я могу выпить бокал вина, ну, я не знаю, не каждый день, конечно, но там раз в 3-4 дня мы там можем ужин выпить бокал красного сухого или белого сухого вина. Я полусладкое не пью, потому что мне как минимум по вкусу они не нравятся. Вот, остальные продукты, например, шампанское мартини, в основном в какие-то праздничные дни, для меня они не самые вкусные. Больше что-то там покрепче я уже не пью. И, ну, что могу сказать, питаюсь я, ну, раза 4-5 в день, если успеваю. Если мне много-много работы, то 3 хотя бы точно должно получиться. В основном вот 4 точно получается. Завтрак, полдник, обед идет, потом ужин, например. Или завтрак, обед, потом идет какой-то у меня предужин, потом ужин. Вот такие вот мои маленькие рассказы о моем питании. На самом деле у меня мало продуктов, которыми я питаюсь, они очень ограничены, и иногда я с собой замечаю, что я ем одно и то же. Поэтому стараюсь какие-то находить новые рецепты, менять, там делаю котлеты из индейки, делаю там морковные драники какие-нибудь, делаю картофельные драники, хотя картофель как таковой не люблю, делаю там что-то, лепешки какие-нибудь вкусные из яблока и банана, ну что-то вот такое вот я постоянно сочетаю и ищу, просто придерживаюсь именно того, что вот исключаю соль, сахар, жареное, жирное, соответственно, там я не ем. Вы сейчас, возможно, поинтересуетесь вопросом о витаминах, какие я принимаю. Я вам скажу, что пока никаких. Я стараюсь потреблять, например, там омега-3 из рыбы и морепродуктов, все оставшиеся полезные нам питательные вещества стараюсь потреблять из мяса птицы, там и что-то еще. Из мяса ем я только, правда, говядину, я ее чаще всего там в супах ем, вот, то есть не жарю, ничего с ней другого я уже не делаю. Вот, свинину и баранину я просто не ем. Ну, не потому что там каким-то там религиозным принципом, а просто потому что невкусно для меня. Вот так вот.
В принципе, это и все, девчонки. Я не знаю, я надеюсь, ответила на ваш вопрос, потому что очень часто вы задаете вопрос о том, чем я питаюсь, что я ем, какие у меня идут, какой у меня идет рацион. На самом деле, абсолютно, мне кажется, стандартный, как у многих девчонок, которые просто стараются следить за своим телом. Хотя могу сказать вам 100%, что у меня были варианты моих друзей и подруг, которые питались, там, например, да, совсем по-другому и не понимали моего питания. Почему там я не ем на завтрак, например, колбасу с хлебом? Вот, кстати, да, то есть хлеб я действительно полностью исключила из своего питания. У меня нету хлеба, у меня есть хлебцы. Вот, в чем была причина отказаться от черного хлеба с семечками? Я как-то объяснилась это тем, что, ну, не нравится это моему организму, не хочется ему вот хлеба. Ему нравятся хлебцы, поэтому я их ем. Или там какие-то вопросы, почему я не ем там мясо, почему я не жарю. Масло все равно нужно. Конечно, нужно. Я добавляю его масло, и когда варю, добавляю масло. Но обязательно оливковое. Не то самое подсолнечное, это жир. Или почему там с мукой какие-то проблемы, почему яйца надо есть, не надо. Вот я вам рассказала, как оно есть на самом деле. Так и происходит там. У меня, а дальше вы уже смотрите, как вам самой будет комфортнее, комфортно. Не сразу я перешла на такое питание, а потихонечку. Какие-то продукты, возможно, у вас будут меняться. Может, кому-то не нравятся кабачки, а нравится капуста, например. Может, кому-то там не нравится говядина, нравится баранина, например. Кто-то кролика всю жизнь ест, кому-то нравится. Ну, в общем, это, конечно, обсуждать такого рода уже вкусы. Это ваше личное дело. Запомните просто для себя вот такие маленькие фишечки о том, что 2-2,5 литра воды в день, по утрам стараться есть углеводы до где-то 3 часов, 2-3 часов, фрукты до 4 часов, а потом уже есть лучше белки и овощи. Так что, девочки, следите за своей фигурой, ходите на фитнес, занимайтесь растяжкой, занимайтесь подтяжкой своего тела, занимайтесь кардионагрузкой и хорошенечко, хорошо питайтесь. Ни в коем случае не пропускайте режим питания для того, чтобы похудеть. Вы наберете еще больше, так как я знаю, что это такое. Я была часто на диетах и точно могу сказать, что ни одна диета вам не поможет, как правильное питание, рациональное, правильное питание. Я вам всем желаю здоровья, я вам всем желаю красивых фигур. Подписывайтесь на мой инстаграм, смотрите меня в перископ и ждите моего следующего видео. Пока!